Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск «Вести Молдова». В студии Олеся Коряк. Для начала главной темы последнего рабочего дня этой недели. Вотум недоверия отдельно каждому министру. Такую тактику выбрали социалисты, пока инициатива по отставке всего правительства не наберет необходимых голосов. 25 суток ареста выписали вице-мэру Кишинева. Для начала его поместили в тюремную больницу, а в распоряжение СМИ попало видео из кабинета Влада Котеца. Подробности через несколько минут. 1 июня теперь выходной день. Будем ли мы отдыхать уже на следующей неделе, узнаете из нашего выпуска. Каждый может помочь питаться школьникам лучше. Команда Организации Объединенных Наций предлагает всем внести свой вклад в здоровое меню молдавских детишек. Программа стартует в сентябре. Об этих и других событиях подробнее. Инициатива социалистов по отставке всего правительства пока так и не получила поддержки большинства депутатов. Поэтому в ПСРМ решили выдвигать вотум недоверия каждому министру в отдельности, по одному в неделю. Об этом сегодня сообщил лидер социалистов Игорь Дадон. Первый в отставку предлагает отправить министра просвещения Карину Фусу. Ну а коммунисты тем временем не отказываются подписать инициативу о вотуме недоверия всему Кабмину. Для начала это решение должна принять партия, говорят депутаты от ПКРМ. Инициативе по выдвижению вотума недоверия всему правительству по-прежнему не хватает двух голосов. По документам подписались 24 депутата при необходимых 26. По словам лидера социалистов Игоря Дадона, фракции коммунистов и либерал-демократов сообщили ему о том, что не поддержат это предложение. На чести кондиции, а шаку мам промис. В этих условиях, как мы и обещали, начиная с сегодняшнего дня, каждую неделю фракция социалистов будет выдвигать вотум недоверия каждому члену правительства в отдельности. Для этого нужно собрать 15 подписей. Первый вотум недоверия выдвинут Карине Фусу, министру просвещения, назначенному по квоте либеральной партии. В документе указано, что министр даже не начала выполнять ни одной из обещанных реформ. Кроме того, по мнению социалистов, Карина Фусу продвигает или, по крайней мере, закрывает глаза на коррупцию в сфере образования. В течение двух недель Фусу обязана прийти в парламент с отчетом. Правда, для ее отставки по-прежнему необходимы голоса 51 депутата, которых у ПСРМ даже в союзе с коммунистами и либерал-демократами нет. В свою очередь, глава либералов Михаил Гимпу заявил, что это популистский проект. Pe locuri nici nu s-au gândit că să fie mai profesioniști. Они даже не смогли профессионально его подготовить, обвиняя министра просвещения, у них нет никаких аргументов. Пишут глупости. Министр не занимается борьбой с коррупцией. Для этого есть другие органы, а социалисты должны же что-то писать. По комбатере коррупции имеем органы абилитати. Но требуется скрыть и чего, ну. Поддержка либерал-демократов социалистам заручиться, судя по всему, не получится. Председатель фракции Тудор Делиу был возмущен намеком Дадона на то, что большинство в парламенте, в том числе и ЛДПМ, боится досрочных выборов. Дом Дадон, вы грешите самарник, но и ну не темим. Господин Дадон, вы глубоко заблуждаетесь. Мы не боимся и очень прошу, не навязывайте нам свой план действий. У фракции ЛДПМ свой план действий. И поэтому обвинения, которые вы предъявляете, абсолютно безосновательны. Более того, мы знакомы с вашей деятельностью и не хотим быть частью того, что вы собираетесь делать, и не собираемся участвовать в ваших играх. А коммунисты, вопреки словам Игоря Дадона, напротив, готовы подписать вотум недоверия всему правительству. Окончательное решение по этому вопросу исполнительный комитет партии намерен принять на следующей неделе. Возникают определенные вопросы и сомнения относительно целей и искренности тех действий, которые предпринимают сегодня социалисты. Скорее всего, конечно... Этот документ будет нами подписан, исходя из того, что мы категорически возражаем против политики нынешнего правительства, против того, как оно сформировано, причем не в отношении того, что это было ночью или днем, а в отношении персонального его состава. Депутаты также требовали сегодня огласить дату, когда премьер-министр придет к ним с отчетом. По словам спикера Андриана Канду, это произойдет к концу парламентской сессии, то есть во второй половине июля. Новый состав Центральной избирательной комиссии все никак не назначит. Парламент в четвертый раз отложил рассмотрение этого вопроса. Между тем, полномочия нынешнего состава ЦИК, продленные Конституционным судом, истекли 11 мая. Глава Центра избиркома Юрий Чекан, однако, утверждает, что его ведомство продолжает работать на законных основаниях. В Конституционном суде также пояснили, что согласно Кодексу о выборах, если полномочия ЦИК истекают в течение избирательного периода, они продлеваются до окончания этого периода. В одном из молдавских сел сейчас проходят местные выборы, второй тур которых назначен
назначен на следующее воскресенье. То есть полномочия ЦИК истекает совсем скоро. Из списка кандидатов в новые члены Центра избиркома есть три спорных фамилии. Сомнения по поводу Эдуарда Редукана касаются несовместимости его нынешней должности главы Надцентра по защите персональных данных и должности члена ЦИК. Подобные вопросы возникли и по кандидатурам Максима Лебединского, его брат Адриан Лебединский, депутат от партии социалистов, и Радики Чубатару, приходится женой советнику от либералов в столичном мунсовете Игоря Чубатара. Спикер Адриан Канду предложил еще 14 апреля обратиться за разъяснениями по этим вопросам в соответствующие госструктуры, включая Нацкомиссию по неподкупности. По официальной информации, парламент пока не получил ответа. Молдавский центр избирком состоит из 9 членов, один из которых назначается президентом Молдовы, остальные 8 – парламентом. Президент Молдовы Николай Цимовти в середине апреля подписал указ о выдвижении Владимира Шарбана членом избирательной комиссии со стороны администрации президента. Члены ЦИК избираются на 5 лет. А теперь о других важных госструктурах. Исключить назначение судей Конституционного суда на второй срок, обеспечить независимость и эффективность Национальной комиссии по неподкупности и Национального центра по борьбе с коррупцией, усилить независимость прокуратуры. Это лишь некоторые рекомендации европейских миссий по итогам экспертной оценки работы правовой системы Молдовы. Парламент обязался их внимательно изучить и внести соответствующие поправки в законодательство. Речь идет о реформировании самых слабых и больных систем – юстиции, отмывания денег и борьба с коррупцией. Оценку институтов правового государства ЕС организовал в ответ на совместное заявление парламента и правительства Молдовы. Эксперты изучили работу Национального центра по борьбе с коррупцией, Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Национального института юстиции, Высшего совета магистратуры и других ведомств. Цель миссии – рекомендовать и научить власти Молдовы, как нужно реформировать правосудие, бороться с коррупцией и отмыванием денег. На каждую рекомендацию, если правительство считает ее благоприятной для Молдовы, а это так, учитывая, что Европейская комиссия дала свое положительное заключение, правительство разработает инициативы по изменению законодательства, а парламент обязан будет их утвердить. Ряду правовых институтов эксперты рекомендуют создать механизм санкций и получить доступ ко всем базам данных. Еще они настаивают на внедрении четких инструкций, которые должны регламентировать процедуры и критерии отбора судей Высшим советом магистратуры. Эксперты подчеркивают, что в будущем категорически нужно избегать назначения судей Конституционного суда на второй срок. Они констатируют, что для улучшения юридических компетенций количество судей в первых инстанциях следует увеличить. Кроме того, нужно провести полное расследование и наладить беспристрастное наблюдение над процедурой. Процессом случайного распределения дел. Абсолютно все законодательные акты, регламентирующие деятельность правовых институтов, будут модифицированы, чтобы установить четкую ответственность, в том числе компенсацию ущерба, который причинен гражданам или юридическим лицам, тогда, когда этот ущерб нанесен в результате злого умысла или грубой некомпетентности конкретного чиновника. Посол Евросоюза в Молдове Пирка Тапиола отметил, что для реализации рекомендаций экспертов нужна в первую очередь политическая воля. С политической точки зрения, думаю, все мы согласны с тем, что институты по защите правовых норм должны действовать независимо, без какого-либо прессинга. Задача экспертов – сформулировать рекомендации и обеспечить процесс их внедрения. Миссия по оценке государственных правовых институтов Молдовы началась 30 ноября прошлого года. В ней участвовали 13 экспертов ТАИКС, технической поддержки и информационного обмена Европейской комиссии. Напомним, с 2009 года Евросоюз выделил Молдове 60 миллионов евро на реформу сектора правосудия и неоднократно критиковал молдавские власти за проволочки в этом процессе. Далее о непорядках в главной столичной структуре при мэрии. Как вице-мэр столицы брал взятки, теперь может увидеть каждый. Национальный центр по борьбе с коррупцией разослал сегодня всем СМИ видео, которое сняла скрытая камера в кабинете Влада Котец. На нем он требует долю за подпись, объясняет, за что он получает деньги, и считает их в конверте. Суд тем временем решил поместить вице-мэра под арест на 30 суток. На видео, которое отдал в распоряжение журналистов антикоррупционный центр, видно и слышно, как вице-мэр разговаривает с просителями и объясняет, какова его роль в коррупционной схеме в столичной мэрии. Ну,
Кроме того, запечатлено, как отец посылает просителей к замначальнику управления архитектуры Раду Блажу за помощью. Вице-мэр также выражает уверенность, что сможет разобраться с Центром по борьбе с коррупцией. Напомним, позавчера замглавы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии Раду Блажа и вице-мэра Влада Котеца задержали на 72 часа. Их подозревают в коррупции, злоупотреблении властью, превышении служебных полномочий, подделке документов. Какое наказание им грозит, пока неизвестно. Чиновникам пока не предъявили официальных обвинений. О других новостях сегодняшнего дня узнаем из следующего обзора событий в рубрике «Короткой строкой». Кредиты в ближайшее время должны вновь подешеветь. Национальный банк Молдовы снизил базисную ставку по основным операциям денежно-кредитной политики на краткосрочный период на 2 процентных пункта – с 15 до 13 процентов. Снижение базисной ставки должно привести к уменьшению процентных ставок не только по банковским кредитам, но и по депозитам. Решение уменьшить процентные ставки по основным инструментам денежно-кредитной политики Нацбанк объяснил снижением темпов роста инфляции. В марте инфляция составила 8,3%. Нацбанк начал снижать базисную ставку в феврале 2016 года. С тех пор она снизилась на 4,5 процентных пункта. Россия и Молдова обсудили возможность наращивания экспорта молдавского вина. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обсудила с послом Молдовы в России Дмитрием Брагишем возможность расширения списка предприятий для экспорта вина в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства. На встрече они также обсудили безопасность продукции молдавского агропромышленного комплекса, поставляемой на российский рынок. Стороны договорились о встрече между руководителем Роспотребнадзора и директором Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы Георгием Гавери. Ограничение на ввоз молдавского вина в Россию Роспотребнадзор ввел в 2013 году. В связи с проблемами качества, запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. 1 июня будет в Молдове выходным днем. Соответствующее постановление утвердил сегодня парламент. Инициативу зарегистрировала депутат от либеральной партии Алина Зотя, объяснив ее тем, что дети должны отмечать этот праздник рядом с родителями. В ближайшие дни положительное заключение также должно дать правительство. Правда, в этом году выходной, скорее всего, придется отрабатывать в другой день, пока в Трудовой кодекс не внесут соответствующие поправки. Международный день защиты детей отмечается в Молдове ежегодно 1 июня в соответствии с Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Продолжаем выпуск. Теперь порог явки для президентских выборов в Приднестровье 25%. Верховный совет снизил его с 50% из-за значительной миграции из региона. По мнению депутатов, выборы, намеченные на декабрь, при высоком пороге явки могли не состояться. Нынешний глава Приднестровья Евгений Шевчук предлагал ограничиться снижением порога до 40%, однако, к его мнению, не прислушались. В условиях непризнанности порог явки на президентские выборы 25% – недостаточный уровень легитимности, считает он. Шевчук также полагает, что это может демотивировать приднестровцев идти на выборы. В итоге приднестровский лидер внес компромиссное предложение, которое депутаты раскритиковали и не поддержали. Отметим, после недавних выборов в Верховный совет конституционное большинство получило оппозиционную Шевчуку партия «Обновление». Но вернемся в столицу. Они остались без родителей, и на выпускном балу с ними будут опекуны. Но впереди еще сложные испытания – экзамен на степень бакалавра. Выпускников лицеев-сирот сегодня решили подбодрить кишиневские власти. Их собрали сегодня в мэрии, чтобы поздравить и напомнить о льготах. Ребятам вручили по 5000 леев из муниципального фонда соцзащиты и обещали добавить, если они успешно сдадут сессию и поступят в вуз. Алена Голубева родилась в России. Маму и папу она практически не помнит. От нее ее старшей сестры родители отказались. Девочек воспитала бабушка. А когда Алене исполнилось 12, сестра вместе с мужем оформила опекунство. Сейчас она стала для меня как мамой, а ее супруг, это мой папа. Я очень люблю эту семью, я им очень благодарна за помощь. Алена успешно заканчивает школу. Впереди бакалавр, и она уверена в своих силах. Я сдам бакалавр, я сдам. Я справлюсь. Алена решила, она поступит в полицейскую академию. Для детей-сирот в вузах 15% бюджетных мест. При поступлении им полагается бесплатное общежитие и ежемесячное пособие – 250 леев. Также государство выделяет 3000 леев в начале учебного года и 1000 в конце. Собственно, для того, чтобы подбодрить, рассказать, куда можно поступить и какие еще полагаются льготы, ребят и пригласили в мэрию.
Этих выпускников мы будем поддерживать и далее. Будем стараться сделать их жизнь легче. Мы ведь знаем, что ребенок – это лицо нашего общества. 12-классников, оставшихся без родительской опеки, в Кишиневе 8. Им всем в честь окончания школы из муниципального фонда соцзащиты выделили по 5000 леев. Всего же в Кишиневе почти 1500 детей-сирот, над половиной из которых оформлено опекунство. И в продолжение темы детей и их развития. Молдавские школьники должны есть больше фруктов, считают в программе развития ООН. Организация вызвалась оздоровить рацион учеников. Два раза в неделю детям будут давать яблоки, нарезанные и привлекательно упакованные. Пилотный проект стартует в сентябре в первых 5 столичных школах. Прием заявок еще открыт. Программа развития ООН призывает всех внести свой посильный вклад и поддержать инициативу материально. Тогда она сможет распространиться на все школы в Молдове. Свежие фрукты необходимы детям. Они влияют не только на здоровье, но и успеваемость школьников, говорят в ПРООН. Однако в Молдове дети не получают и треть от необходимого минимума. В организации призывают изменить ситуацию общими усилиями и снабдить для начала 5 школ яблоками на целый год. Фрукты планируют давать 2 раза в неделю, нарезанными по 80 граммов и красиво упакованными, чтобы дети ели их с удовольствием. Стоимость такой добавки к меню – $14 в год на ученика. Одних ресурсов программы развития ООН не хватит, поэтому в организации призывают всех внести свой посильный вклад. Мы хотим мобилизировать ресурсы как в Молдове, так и за рубежом. Со стороны ПРООН мы обязуемся следить за каждым собранным долларом. Мы будем внимательно мониторить, как тратятся деньги, какие услуги за них предоставляются и каковы результаты. Также мы будем открыто об этом рассказывать. Более того, за каждый собранный доллар ПРООН даст доллар от себя, удвоив собранную сумму. Также организация займется выбором поставщиков фруктов, даст им технологии и финансовую поддержку для упаковки яблок. Прием заявок для школ и детских садов, желающих принять участие в программе, открыт до 31 мая. Критерии там самые важные 3. Это финансовое участие. Это минимум 10% подписей от родителей, и это минимум, чтобы директор или менеджер школы описал процесс внутренней дистрибуции этих фруктов. Чтобы фрукты поступили в школу уже в сентябре, в ПРООН надеется собрать за месяц 10 тысяч долларов. Сдавать деньги можно через платформу народного финансирования Indiegogo, сайт Pitch VoyniChMD или платежные терминалы. Чем больше денег удастся собрать, тем больше школ присоединится к программе и тем больше детей смогут есть фрукты чаще, говорят в ПРООН. Такими были вести дня сегодняшнего. На этом я с вами прощаюсь, но напоминаю, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. В студии с вами была Олеся Кайряк. Всего вам доброго и до встречи в эфире.